Ой, что ли, сейчас страшно? Тихон молодец, видит, что ребенок. Так, лапку подымет, маханет. И она в сторону. И в сторону тогда уходит. Леся у нас будет очень необычного окраса. Это будет окрас жемчужная леса. В принципе, это мутация серебристо-черной лисы. В чем у них отличие? У серебристо-черной лисы ось идет по черному, под шерстку, а у жемчужной лисы серебристая ось идет по пепельно-дымчатому, под шерстку, вот такой, как сейчас в нашей Лесе. Ну плюс к тому же у нее еще эти светлые пятна, неравномерно светлые, темнейшие. Поэтому серебро как пойдет. В общем, будет что-то очень-очень интересное, наверное, редкое, может, оригинальное одно в своем роде. Вот так вот. И котику. Котику. Дружить с ним хочешь, да, Леська? Дружить с ним хочешь. А во-во, видишь, не-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 не. Иди к Яше. Иди к Яшке. Вон твой друг. Вон Яша. Вон там Яша. Чего это ты боишься? Ах, это красиво. Какая у нас будет Леся. Все, нашла. Леська, что ты там грызешь, а? Леся. Что ты тут нашла? Ух, машина проехала, напугала, напугала всех. Ух, эти машины. Развалюха какая, как проедет недалеко, так бедная, боятся. Да, да, страшно было. Ух ты, ух ты, ух ты, на беги играй.